Снова всем привет на канале Олег Нестеров в Брест. Снова мы ведем свою передачу с этого замечательного местечка озера Мичиган. Собака что-то там разлаялась. И сегодня мы с вами будем восстанавливать фары. Мало того, что мы их восстановим, мы их еще и затонируем. Но это чуть позже. А с утра для заряда бодрого и хорошего настроения, как всегда, анекдот. Сидит рыбак. Анекдот старый, с бородой, ну интересно. Сидит рыбак на берегу речки, пьянющий вообще. Ну и проходит рядом мужик, говорит: мужик, ты не подскажешь, где здесь брод? Сказали, что здесь где-то брод рядом. Да вон, иди. Там, говорит, вот так вот. Тут, короче, на машине поехал, хоп, машина с крышей ушла, утонул. Тот кое-как выплыл, говорит: мужик, ты очумел? Что ж ты сказал, что там брод? Не знаю. Сейчас утки только переходили. По щиколотку. Такой анекдот. Тема дня. Заставка. Пошла. Ну и тема дня. И наш. Сегодняшняя будет у нас по фарам. То есть мы имеем фары от BMW, такие вот фары, уже подушатанные и больные. Ну, здесь как бы фары нормальные, но мы будем тонировать фары, поэтому то есть с этими мы тоже произведем кое-какие работы. Ну, как видим, да, фара потускневшая, и на ней уже много микротрещин. То есть просто шлифовочка у нас не получится. Значит, нам нужно вот эти трещины убрать, то есть счищаем с них. До того, чтобы у нас убралось вот это вот деление. Да. И машинкой просто убираем, выравниваем вот эту трещину. Вот здесь вот еще немножко есть, видите? Вот. Сейчас мы их еще немножко подработаем. Где я покажу? Повыше. Проверяем. Наносим более мелкую риску 500. Ну а 800-ку мы уже оденем на мягкую подложку. Почему? Мягкая подложка позволит нам более сидящую? Нет, она то есть те места, где мы не можем плоскостью попасть, она их обрежет и попадет. Вот мы развели лак, то есть уже у нас рабочий лак, и добавляем сюда краски. Сколько вы ее добавите, настолько у вас и будет
затонированы фары. Вот мы смотрим, вот такая тонировка у тебя нормально? Сейчас она стечет. Бутылочка прозрачная, то есть мы сразу можем посмотреть, какая будет тонировка. Вот такая вот красота получилась. Сейчас как угол взять. Ну да. Начинаем полировать. Вот мы видим пылиночки. То есть и убираем их. Я беру вот такую вот пробочку просто. Так, поливай. И убираем 2000-кой аккуратно пылиночки перед полировочкой. Берем полирольку, наносим тонким слоем. Не обязательно это все на всю фару делать. То есть не обязательно ее там прям много вываливать, да, полиролечки. То есть лак у нас окреп и полируется все не раньше, чем через сутки. Вы поняли? Да. То есть, если ты наезжаешь, ты можешь отодрать. У тебя потому что сила трения будет здесь больше. Ну там слабомер. Да. Когда ты выскакиваешь, она просто слизывает, выскакивает. Понял? Да. Также то же самое касается и ребер каких-то, допустим, на дверях, на еще на чем-то. Проверяем, есть ли царапинки. И тут вот мы не дополировали. Дайте еще полируем. Вот, еще. Иногда есть полироли на мокрую, такие как форекла, да? И иногда, когда вы видите, у вас начинает уже круг притормаживаться, нужно смочить, чтобы у вас не попалило, да. Тем более пластмассу вообще нужно очень аккуратно. Да. Это у нас тремовская финишная шпаклевка. То есть ее мы уже доводим мягким кругом. Это круги. Полировка. А? Полироль. Полироль. Кругом. Обратите внимание, вот этот вот более твердый круг, желтый, этот более мягкий, да? Есть белый круг, он более жесткий, и он для старых... Жестче первого даже? Да, он для старых покрытий. То есть у нас свежее, поэтому мы берем более мягкий круг. Сегодня у нас моет полы Паша.
Время смотрел, Паша, опоздал, все, моешь полы. Ну, в принципе-то, вот такая вот у нас фара получилась. Сейчас как бы вам показать. Ну, так вот. Такая вот красота. Огонек. Нравится? Супер. Все, приклеивает эту резиночку. Ну вот так вот легко и просто можно зафигачить фары. Ну и в принципе-то это полноценный бизнес. То есть полировка фар, да, восстановление фар. То есть видели, насколько фары были убиты и сколько у нас это заняло времени. То есть не особо много. Так что так. Ну а на сегодня мы прощаемся с вами. Это видео. Не заставит себя долго ждать. Да, желаю всем здоровья крепкого, настроения бодрого, ну и, конечно же, добра и бабла. Правильно.